Баян Есентаева затеяла личную дедоларизацию. Продюсер, правда, избавляется от американских купюр по старому курсу. Да и то, расставаться с ними намерена не просто так. Баян запустила конкурс, победитель которого получит 1000 денежных единиц США, как уже говорилось, по старому курсу. Для того, чтобы забрать выигрыш, надо точь-в-точь исполнить вот эту композицию. Отметим, что первые участники конкурса уже выложили свои работы. Как вы понимаете, победитель еще не назван, а вот новый клип новых подопечных Есентаевой уже анонсирован. О нем парни говорили еще в декабре прошлого года. В ближайшее время мы выпустим два клипа «Welcome to Kazakhstan» и «Гуля обще». Клип мы уже сняли в Южно-Казахстанской области. Посвящаем всем нашим сестрам. Ну и напоследок отрывок нового творения, эксклюзивно для зрителей нашего канала. Наслаждайтесь!